забил друга до смерти и пошел пить дальше. Следственный комитет завершил расследование и направил дело 46-летнего Александра Лазарева в суд. Он выпивал с товарищем, а потом те самые внезапно возникшие неприязненные отношения. Лазарев ударил друга табуреткой по голове, потом долго бил кулаками, радостно продолжил пить дальше со своей сожительницей. Скоро пьяный Лазарев понял, что друг не дышит, вызвал скорую. Врачи лишь констатировали смерть от тяжелых травм. У Лазарева уже пять судимостей, и в этот раз ему грозит до 15 лет.